Приветствую всех, с вами Оксана Майко. 24 января в 21:00 по московскому времени я хочу пригласить вас на бесплатный онлайн-семинар «Как избежать 8 основных ошибок при покупке недвижимости за рубежом». Какие темы мы разберем на семинаре? Как оформить мечту в четкий план действий? 4 документа, которые вы должны проверить, прежде чем вносить предоплату? 5 основных критериев, по которым выбирается агент по недвижимости, новые льготы на получение вида на жительство в 2013 году, как российскому гражданину получить ипотеку в Европейском банке под самый выгодный процент, каким дополнительным расходам при оформлении сделки нужно быть готовым, как купить недвижимость сегодня по самым выгодным после кризиса ценам. Вы сможете на вебинаре задать любые интересующие вас вопросы и получить на них четкие развернутые ответы. Для того, чтобы зарегистрироваться на вебинаре и 100% на нем присутствовать, нужно перейти по ссылке. Посмотрите, как это будет выглядеть. Вот видео. Развернуть. Как только вы развернули, вы увидели вот такую вот ссылочку. И на нее нажимаете. В форму нужно будет ввести ваше имя. Вот я буду свое для примера. И электронный адрес. Ввели, нажимаем. Получить приглашение. Вот такая вот у вас получается форма. Оформление подписки. Проверьте почту. Почту нужно проверить, то есть мы идем в ваш почтовый ящик. Сделать всего один шаг, подтвердить свой email. Для этого нажмите эту ссылку, и вы нажимаете на эту ссылку. Все, подписка успешно активирована. Подписка успешно активирована, и я жду вас 24 января, в 21:00. По московскому времени на своем бесплатном онлайн-семинаре «Как избежать 8 основных ошибок при покупке недвижимости за рубежом».